Знаете, хочется вспомнить еще одного человека, замечательного нашего классика, которого, к сожалению, вот уже 10 лет, в этом году ровно 10 лет исполняется, как его нет с нами. Это Виктор Семенович Берковский. А у нас с вами сегодня, друзья, почему я именно эту песню хочу с вами спеть? Потому что у нас с вами сегодня божественная суббота. Совершенно божественная. Погода, видите, все-таки наше терпение оценила. И солнышко, и так хорошо нам с вами. «Божественная суббота» или «История о том, как нам с Зиновием Гертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться». Виктор Берковский на стихи Булата Акуджавы. «Божественной субботы хлебнули мы глоток, от празднеств и работы укрылись на замок. Не суетная дама, не улиц мельтешня, нас не коснутся зяма до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз на этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут заботы, но главное в другом. Божественные субботы нам терпкий вкус знаком. Уже готовит старость свой непременный суд, а много ли нам досталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных суббот. Ликуй, мой друг сердечный, сдаться не спеши, пока течет он грешный, неспешный пир души. Дыши, мой друг, свободой, кто знает, сколько раз. Еще такой субботы, еще такой субботы, божественной субботы наш век одарит нас.